стадионе. Ну а сейчас настроение, конечно же, у болельщиков Чальтона поднялось. Безусловно, а здесь гол! Курьезный гол забивают футболисты. Это Барри, который послал мяч на третьей минуте в свои ворота. На седьмой, воспользовавшись грубейшей ошибкой Ричарда Руфуса. Вот посмотрите, что делает Руфус. Ну куда он бьет? Барри сориентировался и тут же в касание перевел мяч в ворота. Посмотрите, видите, увидел, что вратарь швед Энди Петерсон вышел из ворот. Швед Петерсон, Энди Петерсон.